Елка в доме и огоньки на окнах. Это точно знак. Пора упаковывать подарки. Нашла в ТикТоке несколько крутых способов. Повторить сможет каждый. Запоминайте. Вообще, самый практичный и быстрый вариант, чтобы упаковать подарок, это коробка, например, для обуви. Подбираем подарок под размер коробки, подарок туда и начинаем творить. Я приготовила небольшие по размеру подарки, соответственно, и коробка миниатюрная. Добавляем праздника вовнутрь коробки, закрываем и оборачиваем в однотонную бумагу. Разложите бумагу, поставьте на нее подарок. С узкой стороны отмерьте столько бумаги, чтобы она прикрывала боковые части коробки на 3/4. Аккуратно загибаем углы и крепим скотчем. Повторяем эту же процедуру со всех сторон. Переворачиваем коробку и опять заклеиваем углы. Готово! И фишка этой однотонной упаковки в фотографии. Приклейте фотографию того, кому будете дарить подарок, и с удовольствием вручайте. Как по мне, это стильный и оригинальный вариант для тех, кто не совсем силен в упаковке подарков и в рукоделии. В интернете пишут, что подарки неправильной формы лучше всего упаковывать вот в такой мешочек. Например, крем или элементы декора. Давайте проверим. Берем просто большой кусок упаковочной бумаги и складываем его лицевой стороной вниз. В середину два подарка неправильной формы и мастерим так называемый мешочек. Зажимаем бумагу над подарком и расправляем сверху, чтобы упаковка выглядела красивее. Завязываем лентой. Мягкие подарки в бумагу можно даже не заворачивать. Например, вот плед достаточно обернуть атласной лентой и уже нарядно. А полотенце можно красиво сложить квадратом или валиком, можно даже в виде кролика, тут уже на любителя, и закрепить нарядным бантом. Мелкие подарки дарим в банке, да, просто вот в такой обычной банке. Сюда можно поставить конфеты или, например, даже косметику. А как это все красиво оформить, я сейчас покажу. Подберите банку по размеру, все туда уложите, добавьте немного декора. Вместо крышки мастерим подарочную упаковку. Вот и все.